Новая валюта расширит кругозор российского пользователя. 4 августа в российском городе Иркутск, который уже успел прославиться наличием самой большой биткоин-фермы в России, состоится презентация криптовалюты PlusCoin. Разработчики проект DS Plus позиционируют свое детище как новое социальное чудо. Пользователи приложения уже получают баллы, которые вскоре станут PlusCoin'ами. Главным гостем мероприятия станет Сергей Сергиенко, генеральный директор проекта ChronoBank и советник проекта Zone, который собрал 42 миллиона долларов за 72 часа. Также спикерами выступят Владимир Попов, IT-юрист, автор российского ICO-бестселлера и команда разработчиков DS Plus и другие. Узнать детали и зарегистрироваться можно по ссылке под видео.